Вот это да, слушай. Красиво. Здравствуйте, мне, пожалуйста, колу и чипсы. Здравствуйте, у нас все есть в ассортименте. Народ, привет! Выписали очередные пропуска в это тяжелое для страны время. И приехали вот такие посмотреть шары под Наро-Фоминском. На один из них мы точно заберемся. Ну, вернее, не на сам шар, а на крышу, где они находятся. Вот так вот. Вот, подходим к первому зданию с огромным шаром. Вроде как можно зайти внутрь и посмотреть, что там. Какой-то военный объект. Что там, можно зайти? Да, только здесь ни входа, ничего нет. Хотя вон какая-то лестница. Лестница в никуда. Ладно, посмотрим, может, с другой стороны есть вход. Вообще интересный объект, конечно. Причем их тут таких много. Блин, круто. Ну, вышли на улицу. Блин, смотри, какое классное... Пошли, смотри, какое классное граффити, офигеть. Вон лестница наверх. Сейчас туда пойдем. Да, светить надо. Блин, да, блин, да, конечно, фонаря пиздец не хватает. Пустая комната. Дай-ка я сейчас тоже своим буду подсвечивать. Нифига не видать. Вот такой вот выход на крышу. И немного опасный. А, нашли какой-то бункер. Грех. Ой. Блин, тихо, тут какое-то подвальное помещение. Это надо просто... Помещение. Ну, не, внизу там что-то... Блин, фонаря вообще реально не... Здесь тут нет никаких ловушек. Кстати, это туалет. Блин, пиздец, ну какая-то ложа. Какие-то веревки. Так, ладно. Пойду-ка с телефоном туда внутрь пройдусь. Или кого-нибудь еще.
А, слушай, тут довольно-таки большое помещение. Блин, ты чё? Блин, слушай, тут вообще такое приличное. Да, мощный фонарь надо купить для таких вылазок. Причем тут два таких интересных. Шесть на семь рыжиков. А, так мы насквозь ее прошли. Ну, вот второй там параллельно идет. Он похож вообще на какую-то ловушку. Кстати, какие там щитки какие-то. О, вот это да, слушай. Красиво. Можно подсветить, сфоткать. Блин, такая дорожка еще классная между ними, такая в лесу. Территория очень большая. Между шарами метров, наверное, 300-400, если не больше. Так, это второй шар, к которому мы сейчас идем. Посмотрим, может быть, там будет нормальный выход наверх. Какой-нибудь залаз безопасный, чтобы потом можно было хоть как-то отсюда уехать. Там где аппаратура? Какие-то звуки, что-то шелестит. А, это ленточки, блин. Да я опять испугался, как в прошлый раз. Почему? О, бункер! Такой же, наверное. Да, а, да. Кстати, интересно, эти шары видео можно выкладывать? Ну, мало ли там секретный объект, YouTube заблокирует. Вон, кстати, вход. Чего он здесь? Да что ты пугаешься? Господи. Да мало ли белочка какая-нибудь. Белочка. Так, стекло. Походу опять надо подсвечивать. По-моему, да, не все однотипные, походу. И везде нужен мощный фонарь. Мне кажется, там тоже лестница какая-нибудь прерванная. Кстати, здесь перила даже есть. Прямо, что не обрезано. Кстати, да, слушай, по-моему, тут получше. Офигенные заброшки. О, кстати, вот выход куда-то. Да, слушай, есть. Блин, зал крутой. Да, ну тут получше. Да, хорошая. Приварена? Угу. Ну, приварена. Тут даже граффити крутое еще одно есть. Шар можно сходить. Вот это объемы.
Эхо. Слушай, тут такое эхо страшное. Слышите? Класс. Ау. Эхо, эхо. Да, тут даже ходить страшно. Вот каждый шаг отдает. Слушай, скажи что-нибудь. Радиоактивная, да? Лучше долго тут ходить не будем. И правда может быть опасно. Сейчас, погоди, посмотри там комнатку. Какой-то вход куда-то. А, это и есть этот выход. О, кстати. Граффити тут классные, интересные. Такие интересные здания просто стоят. Какие-то подвальные помещения есть. А это вообще какой-то, блин, тут кирпичи падают, наверное, на голову. Не. Что ты вещаешь? Я вещаю? О, это какая-то... Какая-то, не знаю, булочная, может, была. Чего? Ну, тут стояла кассир такая и типа булочки продавала, нет? Военные, военные всегда забегали такие на 5 минут. И булочки, булочки продавали. Да, смотри, я думаю, точно была какая-то мини-кафешка. Может, магазин? Зачем кафешка? Ну, кстати, да, магазинчик. Здравствуйте, мне, пожалуйста, колу и чипсы. Здравствуйте, у нас все есть в ассортименте. Ваша кола, пожалуйста. Ага, спасибо. Че она пустая-то? Тарелочка для еды, чипсов нет, но могу налить, вот, выпить. С тарелки? По-моему, тут далеко не вода. Пожалуйста, с вас 500 рублей. Это слишком дорого. Забирайте свою пустую бутылку. Ну, как обычно. Я запишу в тетрадочку долг. Запишите. Недорисованный Бэтмен. Бэтмен недорисованный или какой-то Супермен. Кстати, народу уже много. Народу уже много подъехало на машинах с какого-то другого входа. Смотрю, люди хорошие стоят, думаю, почему не поздороваться? Блин, главное, что тут тупканов никаких не было. Хотя, блин, наверняка где-то дорожка есть, а вот. Более-менее нормальная. О-о-о.
Какая-то ванная маленькая. Сейчас я иду. Блин. Хотя вот это, скорее всего, вход. Но там вода. Да. Вот это классный кабинет. Здесь сидел большой начальник. Здесь тоже не особо чего много интересного есть. Прогрев двигателя запрещен. Угарный газ опасен для жизни. Здесь так уже надо под ноги смотреть. Колючая проволока. Надо осторожно ходить, вон такие люки открытые под ногами. Что там? Блин, думал, ты провалилась. Я хотел уже было к машине убегать. Интересно, что за этой дверью? А ты что тут? Ну, конечно, можно спуститься, но... Ага, внизу. А, кстати, вот эта крыша. Надеюсь, вот нельзя провалиться с нее. Ладно, еще одно здание, какой-то ангар. Какое интересное сооружение. Кстати. Мусор скидывают, как обычно. Да, из всего сделали помойку. Слушай, они вообще как будто, мне кажется, свежие, нет? Какая разница? Не, ну я к тому, что рисовали недавно. Ой, из лиц сделано. Вот это крутое граффити, постарались.
Это немножко, ну, такое же здание, только оно немножко другое. Ну, по оснащению. Не, слушай, вон там, мне кажется, вон дальше вход. Да, ну пошли, последнее, зайдем. Кстати, вон еще один погреб с оленьями. То есть ты реально уверен, что это погреб с оленьями, да? Я даже пойду проверю. Пойди проверю. Ключи от машины, если что, у меня. Глянь, какая фреска красивая. Фреска. Это на радстеке оставили, как думаешь? Стеки, да. Давай здесь посмотрим и пойдем. Надеюсь, тут ничего не обрушится. Ну, как оказалось, это не погреб с оленями. Ну, все такое разрушенное. Ну, кстати, интересное. Помещение. Какие-то маленькие комнатки. Здесь какое-то, наверное, производство было. Разведывательный ударный комплекс «Абсолют Брейкер». Я был с той стороны погреба, там вроде ничего. Ой. Тут, может быть, поинтереснее будет. Да, он такой же длинный. Только это плитка. Блядь, там душевая, что ли? Да, граффити здесь красивые, практически на каждом здании. О, кстати, нашли машину в дороге, брошенную. Я думаю, на ней обратно и поедем. Твоя машина? А, точно, у меня же ключи есть, блин. Ну ладно, поедем на этой, на моей. Но, ребят, ищите другой вход. Это, можно сказать, черный вход, который мы нашли случайно. Нормально ты так посреди дороги встал, кстати, да? Вообще четко причем, да, заметь? Нормально.